Поговорим с вами про рекурсию. Рекурсия – это такой способ решения задач, ну или класс алгоритмов. При этом в процессе решения возникает подзадача, ну, или подзадачи, постановка которых аналогична постановке исходной задачи. Что это значит? Ну, ярким выражением является фраза: чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию. Но правда, это бесконечная рекурсия, а у нормальной рекурсии должен быть конец. Давайте посмотрим на примере. Посадил дед репку. Что значит посадил дед репку? Это значит, что репка ставит некоторую задачу. Давайте эту задачу конкретизируем. Допустим, чтобы вытащить репку, требуется 200 ньютонов. Это требование необходимое, чтобы вытащить репку. Ну, это аналогично примерно весу 20 килограмм. Да? Соответственно, дед тянет, потянет, да? Но у деда сил хватит только на 100 ньютонов. Соответственно, что получается? Что репка ставит задачу деду, понимаете? То есть от репки идет задание деду. Выдай мне, пожалуйста, 200 ньютонов. Понятно, да? 200 ньютонов – это задание. А у деда всего, у самого деда, да, у него всего лишь 100 ньютонов. Значит, ему не хватает до того, чтобы вытянуть репку, ему не хватает еще 100 ньютонов. Он ставит задачу бабке. Он зовет бабку. Да, позвал дед бабку. Итак, что у нас бабка? Какая у нее сила? Ей поставлена задача выдать 100 ньютонов. Но имеет бабка силы всего лишь 50 ньютонов. Она как дед тянуть не может. Соответственно, бабка ставит задачу, как известно, внучке. Да? Внучка за бабку. Значит, бабка ставит задачу внучке. Она говорит: внучка, дорогая, надо выдать 50 ньютонов. Внучка молодец. Она обладает силой в 30 ньютонов. Но, конечно, не бабка. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Почему? Потому что внучка не может решить свою задачу без вызова вспомогательного алгоритма. Алгоритм точно такой же: тянуть. Да, значит, позвала внучка жучку. Да, жучке внучка тоже ставит задачу. То есть это вызов, call. Да, то есть мы вызываем каждого зверя, да, как функцию. Соответственно, у меня вот этот вызов, да, предлагается жучке дать 20 ньютонов. Да? Но у жучки есть сила всего лишь в 10 ньютонов. Соответственно, 10 ньютонов остается для кого? Ну, как известно, позвала жучка кошку. А кошка за жучку. Значит, кошка. Итак, зовем кошку. У кошки задача выдать недостающие жучки 10 ньютонов. То есть, сейчас я поясню еще один важный момент. 10 ньютонов должна выдать кошка. Но у кошки, к сожалению, нашлось только 9 ньютонов. Вот. Она не может решить данную ей задачу. И она решает свою задачу с помощью вспомогательной задачи, а именно зовет кошка мышку. Зовет кошка мышку. Соответственно, что у нас получается? Она ставит ей задачу дать усилие в 1 ньютон. Ну, это примерно... Сколько это? Вес 100 грамм, да? Ну, если это у нас 10 килограмм, да, это у нас килограмм, значит, ну, это вот 100 грамм, значит, надо выдать, да? И чем замечательна эта мышка? Мышка замечательна тем, что она решает свою задачу абсолютно самостоятельно. Если бы эта сказка продолжилась, да, позвала мышка мушку, да, мушка комара, комар клопа, клоп микроба, да, микроб и так далее, то у нас получилась бы бесконечная рекурсия. То есть эта сказка, она бы не имела конца, да, вот это вот. Но, к счастью, вот этого всего нет. У нас мышка
является супергероем, да, я даже не знаю, как ее выделить, я не знаю, желтеньким ее кружочком обведу, вот так вот. Да, супергерой-мышка. Почему? Мы назовем ее крайний случай. Мышка у нас крайний случай. Крайний, то есть она стоит с краю. А все остальные герои этой сказки решают свою задачу рекуррентно. Ну, кроме Репки. Репка здесь вообще постановщик задачи. Она к рекурсии напрямую не относится. То есть рекурсия начинается вон там. Давайте вернемся еще раз. Каждый из них, решая свою задачу, вызывал другую функцию. Каждая функция вызывала другую функцию, и задача решалась в результате рекуррентно. Но, обратите внимание, они вызывают, да, то есть дед вызывает бабку, да, а бабка должна сообщить ему усилие. Но усилие вернется к нему не сразу, как он позвал. Деду нужно, чтобы были выданы полностью 100 ньютонов. Поэтому реальное решение задачи, ну, кроме того, что дед, перед тем, как на самом деле использовать бабку, он же сообразил, что именно бабку, что попросить у нее нужно именно 100 ньютонов, да? Так вот, реальное решение задачи, да, оно начинается на самом деле с конца. От крайнего случая разворачивается сюда. То есть с помощью мышки кошка может выдать свои 10 ньютонов, да, требуемые точнее, да. С помощью кошки, да, с помощью кошки жучка может выдать уже 20 ньютонов, а не 10. И так далее. То есть получается, что у меня есть прямой ход рекурсии, да, когда идут вызовы. Прямой ход рекурсии. И есть обратный ход, когда возвращаются результаты. И обратный ход, он, естественно, идет в обратном направлении. Обратный ход рекурсии. То есть, когда у нас, по сути, стек вызовов на прямом ходу, он увеличивается, увеличивается, адреса возврата все накапливаются, а на обратном ходу у нас, наоборот, стек раскручивается. Еще про рекурсию говорят словом, точнее про вот эту глубину погружения, так и говорят глубина рекурсии. То есть мы можем даже оценить, какая у нас глубина рекурсии была достигнута в сказке про репку. Да, дед это у нас первый уровень рекурсии, да, бабка второй уровень, третий, четвертый, пятый, шестой. В сказке про репку 6 уровней рекурсии, при этом шестой уровень крайний. Понятно, да? Мы можем обсуждать какие-то проблемы или там вопросы, связанные с каким-то там промежуточным уровнем. Это вполне возможно. Так, сказка про репку понравилась? Надеюсь, понравилась. Теперь давайте с вами займемся еще одной безделушкой из русской народной культуры. Надо сказать, что следующий герой рекурсии, не очень уж и древний. Это матрешка. Матрешка, по-моему, конца 19 века поделка. Что нужно, чтобы сделать матрешку? Ответ. Чтобы сделать матрешку, надо изготовить верхнюю половинку, изготовить нижнюю половинку, да? И положить туда внутрь. Что? Положить туда внутрь. Матрешку. Соответственно, первый мастер, который делает вот эту матрешку, да, он вынужден что сделать? Он вынужден поставить задачу на изготовление матрешки, да, с конкретным размером. Я сейчас не буду пытаться эти размеры тут записывать, да, другому мастеру. Другой мастер решает свою задачу аналогично. Да, ему надо изготовить верхнюю половинку, нижнюю половинку, да, и положить туда внутрь, соответственно, матрешку. Да, то есть вот, но ни эта матрешка еще не закончена, ни это не закончено. Вот этот мастер спит. Ну, по сути, функция, которая изготавливала вот эту матрешку, она сейчас заснула. То же самое с вот этой. Она сейчас, вызывая следующую функцию, она остается в ожидании, да? То есть пошла у нас, пошел вызов, да? Так, давай-ка следующая матрешечка. Появись. Опа. То же самое, да? То есть мастер номер три, изготавливающий следующую матрешку, он что делает? Ему требуется изготовить верхнюю половинку, нижнюю половинку. Ну вот, допустим, он изготовил, да? И после этого нужно положить туда матрешку, откуда он ее возьмет? Нужно ее запросить у следующего мастера. Он делает вызов, да, вызов следующего мастера. И следующий мастер, ну, я уже буду быстрее действовать, да, делает то же самое, да, и
следующий мастер, соответственно, то есть этот мастер вызывает следующего, да? Этот мастер вызывает следующего мастера, чтобы тот изготовил ему еще, соответственно, вложенную туда матрешку, да? Вот. И процесс этот, конечно, должен в какой-то момент остановиться, да? Нельзя же бесконечно продолжать этих матрешек клепать. Вот. Ну вот, соответственно, еще чуть-чуть. Сейчас немножко подвинем, наверное. Вот. И, соответственно, так, это я слишком близко отправил, да? Вот еще одна матрешечка. Вот. И последняя матреша будет у нас крайний случай рекурсии, да? Матрешка, которая последняя, отличается от всех остальных. Чем? Она неразборная, ее нельзя разъединить, понимаете? Все, она цельная. Цельно-деревянная. Поэтому вот эта матрешечка является крайним случаем рекурсии и спасает все положение. Без нее изготовление большой матрешки не могло бы выполнено быть никогда. Понятно? То есть у меня опять, как видите, присутствует вот этот вот крайний случай. Да? Это крайний случай. Но изготовление матрешки на том, что у меня появились вот эти все детали игрушки матрешка, еще не закончено. Почему? А потому что нужно ее собрать. И происходит это так. Вот этот мастер закончил изготавливать свою болваночку, да, и возвращает результат тому мастеру. Да, то есть у меня пошел обратный откат, да, пошел обратный ход рекурсии. Он возвращает вот этому мастеру, который вкладывает эту маленькую матрешечку сюда и получает законченный результат. Теперь у него есть результат, который можно возвращать. И он вот этот результат возвращает вот этому мастеру. Этот мастер доделывает оставшуюся часть работы, а именно вкладывает матрешку внутрь, закрывает и получившийся результат возвращает следующему мастеру. Тоже он закончил свою работу, финиш, return, да? Этот вкладывает, возвращает результат следующему, вкладывает и следующий, возвращает результат следующему. Стек у меня все сворачивается. Да, все мастера постепенно просыпаются, потому что им возвращают результат как раз, да. Ну и все возвращается к исходному решению, к первому уровню рекурсии, где задача была поставлена, да. И самый верхний уровень рекурсии возвращает результат уже той какой-то внешней, вообще не относящейся к рекурсии функции, которая эту задачу изначально поставила. Вот, пожалуйста, вот тебе настоящая матрешка с глубиной вложенности. Ну, давайте, кстати, посчитаем, да? Я уже собрал, да, но остались следы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С глубиной вложенности 7. Это было бы интересно и забавно, если бы даже если бы не было продолжения, но самое-то главное в том, что мы можем рекурсию запрограммировать, и это совсем не сложно. Давайте попробуем. Сделаем пример, в котором мы будем строить ту же самую матрешку. Итак, смотрите. Вот функция матрешка у меня заготовлена. Сейчас она пустая. Я вызываю ее и передаю ей пятерку. По сути, я говорю ей, сделай, пожалуйста, матрешку уровня вложенности 5. На самом деле не имеет значения, какой тут выдам 7, пожалуйста, вот чтобы у нас было как тут. Идея в том, как мы это будем делать. Еще раз, я должен верхнюю и нижнюю части сделать, запихать в середину ту матрешку, которую меньше размером. То есть n-1 у меня будет. Я это реализую следующим образом. Я буду принтефать, соответственно, что? Матрешка, да. Точнее, меня интересует верхняя сторона, да. Сейчас как называется? Топ-сайд, да, все правильно. Топ-сайд. Оф, матрешка. Ну и я хотел бы увидеть ее номер. Пусть там будет у меня этот номер N, чтобы я понимал, про какую матрешку идет речь. Так. И мы тут не влазим. Ну, давайте вот так. Значит, что? И, соответственно, bottom side. Bottom side of матрешка. И тоже я буду выводить вот этот вот
номер n, ну и, естественно, перевод каретки. А в серединке я буду вызывать что? Создание матрешки. Для этого мне нужно сделать call, да, просто обратиться к имени этой функции со скобками, да, и написать n-1. Так вот, пока я рассказывал вам про матрешку, я говорил, что один мастер вызывает другого. А с функциями дело обстоит так. Функция может вызвать сама себя. Это не мешает ей хранить, не мешает стеку хранить адрес возврата туда, куда надо. То есть код программный у меня один, а локальные переменные, хранящиеся на стеке, параметры вот эти, они все время разные. То есть у меня на разных уровнях рекурсии n равно разному. И это хорошо. То есть я вот эту вот матрешку, которую мне вернет более глубокий уровень рекурсии, я ее помещу вот сюда, да, между верхом и низом. Ну, на самом деле получится, что верх я изготавливаю на прямом ходу рекурсии, а низ на обратном ходу рекурсии. Ну что ж, давайте запустим, посмотрим, что из этого получится. А получится из этого, к сожалению, какая-то фигня. А в чем дело? Почему? У меня рекурсия как-то заколбасилась, я в отрицательные числа пошел, матрешки отрицательного размера. Очевидно. Как в сказке про репку. Обязательно нужна волшебная мышка, супергерой. Как нужна вот эта матрешка-болваночка, крайний случай, так и здесь, в организации рекурсии, никогда нельзя забывать про крайний случай. То есть все вот это, что я написал, это на самом деле должно быть исключительно рекуррентным случаем. Это значит, что внутри рекуррентной функции должно быть какое-то ветвление, когда рекурсия, ну в смысле последующее углубление, не наступает. В любой ветке рекуррентных вызовов обязательно должна быть мышка. Итак, что я делаю? Я мышку поставлю на размере n равном 1. Я буду считать, что n равный 1, значит вот та самая матрешечка. И вот она будет у меня изготавливаться совсем по-другому. Для нее будет не топ-сайт, не ботом-сайт, а просто, да, матрешечка, да, матрешка, в которой, да, давай три восклицательных знака туда поставим, да, last матрешка, можно так сказать, last матрешка. Вот, ладно, значит, а все, вот эти действия, они должны находиться в иначе, в ветке иначе. Прошу прощения. Так, ну и это дело притащим вниз. Так, а это все сдвинем вправо. Ну все, я изготовил рекуррентную функцию с крайним случаем. И теперь она будет благополучно строить мне матрешку глубины 7. Ну, немножко нужно фантазии, чтобы это стало совсем похоже на матрешку. Да, но видно, что вверх, вот если бы я взял настоящую матрешку, да, и взял бы ее как бы просверлил насквозь, то я бы наблюдал, вот, ну, я имею в виду вот так вот просверлил, то я бы ровно в этом порядке и увидел вначале вверх матрешки размера 7, потом вверх матрешки размера 6 и так далее, пока я бы не допилился до центральной матрешки, а потом стал бы видеть низушечки. Ну, в общем, вот так вот выглядит рекуррентный вызов. Вот так выглядит простая рекуррентная функция. Не математическая, но вполне себе пригодная. Переходите к следующему видео. Мы будем заниматься уже математическими всякими примерами рекурсии.